Всем привет на канале Олдачман. Сегодня мы с вами вновь затрагиваем, как обычно, по традиции, миграционную политику Германии и те последствия, которые она после себя оставляет. Недалеко от нас есть небольшой городок Тиршенройд, примерно 60 километров отсюда. Зеленая идилия вокруг леса, озера с карпами, живи в свое удовольствие, люди что и делали до недавнего времени, пока вдруг внезапно правительство не решило разместить в этом маленьком городке радикально настроенного игиловца, отсидевшего пять лет в тюрьме и, по мнению правительства, долженствующего в таком вот идиллическом месте освободиться от своих радикальных Идей. Но теперь давайте немножечко подробнее об этом, как все это вообще произошло, откуда он здесь взялся. Вот этот вот по имени Абдул Хади, сириец, на данный момент ему 36 лет, приехал 12 лет назад в Германию из Сирии, чтобы учиться на медицинском факультете. Его направили по распределению в город Вюрсбург, он должен был там учиться. Но буквально короткое время... После того, как он приехал, за ним полиция обнаружила следующее. Он оказался ярым приверженцем государства, вот это вот ИГИЛ, начал агитировать людей на то, чтобы они вступали в ряды этих, этого государства, подстрекал на свержение законной власти в стране, подстрекал на разные террористические акты. Вы скажете, все это неправда? Да нет как раз в его сотовом телефоне и были найдены доказательства и видео доказательства того, как он тренировал людей в Сирии, как он заставлял их совершать террористические акты, самоубийства с вот этими вот нательными гранатами, с этой нательной взрывчаткой. А также он, естественно, живя в Германии, природные инстинкты, скажем так, базовые инстинкты, у него появилась подруга, у нее был сын, не его сын, правда, но и ее сын. И этого парня он тоже, мало того, что агитировал стать членом ИГИЛ, он его настраивал против того государства, в котором тот парень родился. То есть немца настраивал против немцев. В общем, ему в 2018 году дали пять лет за, экстреми... за исламский экстремизм, за подстрекательство сражению к власти и за вот эти вот, скажем так, аниматорские способности по тренировке самоубийц игиловцев. Отсидев пять лет, в 2022 году он выходит из тюрьмы и его государство решает отдать на поруки в этот небольшой городок. Люди были в шоке, Люди до сих пор находятся в страхе. Некоторые, ну это, конечно, перебор, но некоторые говорят, что они уже даже боятся выйти на улицу, потому что до того, как этого игиловца к ним направили, в городке не случалось никаких эксцессов. Теперь же люди боятся даже дышать в этом городке. Ну, как я сказал, это несколько некоторый перебор, но тем не менее направили этого преступника в нормальный городок жить среди нормальных жителей. Вы скажете, да нифига не получится, потому что раз он стал таким, он уже будет таким всегда. Все возможно. Но он обязан дважды в день отмечаться в полицейском участке, показываться, что он все еще там в этом городке никуда не сбежал. Дважды в день. Помимо этого, ему на ногу надели э, вот этот вот... Ну как, не наручник а этот, браслет с, с GPS навигатором, по которому полиция отслеживает каждый его шаг. Этому человеку запретили вообще пользоваться какими-либо устройствами, имеющими выход в интернет. Ну вот тут уже э, вкрадывается сомнение, а возможно ли сегодня такое сделать? Я помню в конце 90-х годов из Америки, ну там вернее. По новостям читал в газетах, в Америке в, 8, в конце 80-х посадили одного хакера. Он бомбанул банковскую систему, его поймали, его посадили, и его приговорили на, по-моему, 12 или 13 лет. И вот в конце 90-х годов его выпустили оттуда, но у того хакера не было возможности вообще ни слушать радио, ни смотреть телевизор. То есть он сидел как бы в одиночке, в очень строгом режиме. И когда он вышел из тюрьмы, его, естественно, потом спросили вот эти вот кураторы, у которых он должен был отмечаться первое время после отсидки своей. Его спросили, ну и как ты себя теперь чувствуешь? Вот у нас тут везде интернет, у нас тут уже технологии ушли вперед. Он сказал, я чувствую себя так, как будто какой-то непонятно зеленый человечек в чужой цивилизации. Я ужасно сильно отстал от этого, и чтобы, говорит, восстановиться, мне понадобятся годы. Но, тем не менее, это было тогда, в конце 90-х годов. Но сегодня, спустя 20 с лишним лет, почти четверть века, изолировать, пускай даже вот этого вот игиловца, преступника, полностью от информационных технологий не удастся. Телевизор у него, если и будет стоять дома, где он живет, будет стоять. Ну, не смарт-ТВ, а обычный телевизор. Потому что если его лишат сотового телефона, если его лишат радио, но у него будет дома смарт-ТВ, то при помощи этого смарт-ТВ он все равно сможет выходить в интернет и даже писать комментарии на Ютубе или где-нибудь на Фейсбуке или еще где-то. Я не знаю, как вообще будут обстоять дела с этим игиловцем, но люди боятся, что вот это вот 36-летнего Абдул Хади, который до сих пор после отсидки пятилетней в тюрьме до сих пор не расстался со своими экстремистскими исламистскими идеями об уничтожении в первую очередь евреев в Германии. Ну, был тут уже один австриец по национальности. Пустил себе пулю в лоб. А нет, он отравился. Он отравился, да. Так вот, когда этого Абдул Хади освободили из тюрьмы и направили жить в этот городок Киршенроид, он все еще открыто говорил о том, что он мечтает совершить подвиг своей жизни, взорвать в Мюнхене еврейскую синагогу. Даже после отсидки, этот человек говорит такое. Да, он обязан был быть депортирован. Но вот тут как раз и пошла наша система наперекосяк. Они решили его не депортировать, потому что в том районе Сирии, из которого он приехал 12 лет назад, все еще идут боевые действия. Так отправьте его в тот район Сирии, где нет никаких боевых действий. В чем проблема-то, а? В чем проблема? В общем, сириец вот этот вот бегает по улицам Тиршенройта, пугая людей своими криками «Аллах Акбар!» «Я вас всех покоцаю, я вас всех попишу!» Люди в страхе, многие боятся вообще выходить из домов, обращаются к правительству Баварии в первую очередь с требованием избавить этот городок от этого экстремиста. Что будет из этого в дальнейшем, пока неизвестно. Ну вот это такая новость. Сейчас я хотел бы затронуть еще некоторые пункты, которые, с которыми я часто встречаюсь именно у нас на канале под видео, различными видео о беженцах, допустим, о мусульманских или украинских, или о социальной жизни, или миграционной политике. Мне довольно часто некоторые именно женщины. Не мужчина, а именно женщины пишут. Почему вы ничего не говорите об арабах? Их ведь полно в Германии. Почему вы ничего не говорите, как они живут и пользуются социальными услугами? Вам проще хаять на украинских бедных беженцев. Я как-то одной даме такой вот на... ответил на ее комментарии, что вы бы лучше посмотрели все плейлисты нашего канала, посмотрели видео за последние полгода, и тогда бы вы таких комментариев не писали. У нас достаточно много видео и об арабах, и об исламистах, и о тех, кто кричит ⁇ Освободите Палестину ⁇ и так далее и тому подобное. Я там высказываю не только свою точку зрения, но и события, сопутствующие тем ситуациям, которые происходят вокруг вот этих вот исламистов, радикалов и так далее. Поэтому утверждать, что, к примеру, у нас на канале обсуждают только украинцев, но я же не виноват, что тема украинских беженцев, нагло пользующихся социальными услугами Германии и отдыхающих пузом кверху или задом кверху на пляжах Европы, так хорошо идет по сравнению с этими исламистами. Я же не виноват в том, что у людей интерес посмотреть, как действительно обманывают эти украинские беженцы социальную систему не только Германии, но и Европы. Пытаются обмануть. Хотя в Польше им давно перекрыли кислород, в Чехии им перекрыли кислород. Голландия пока еще их терпит, но тоже говорят, ребятушки, вы уже сколько тут живете, вперед на работу. В противном случае у нас для вас здесь нет места. Идем далее. Мне тоже опять касательно вот этой темы украинских беженцев, исламистов и т.д. и т.д. Плавно переходим. Опять-таки появляются многие комментаторы, комментатор Ши, именно комментатор Ши, женского пола же они, да, которые кричат в своих комментариях, используя капслог, наверное, надеются на то, что я слепой, я ничего не вижу. Поэтому маленькие буквы я не вижу, они, наверное, стараются писать большими. По-другому я это объяснить не могу. Пишут, что мол, вы бы лучше рассказывали о самих себе, сколько у вас, русских немцев, так называемых, и евреев живет в Германии. Вы за 20-30, а то и больше лет, ни единого дня в Германии не работали, сидите на социале и хаете честных украинцев, которые стремятся работать. Я, чтобы не быть голословным, собрал цифры специально для вас. Не статистика, а именно цифры, численность населения русскоговорящих в Германии. Тут здесь у нас и есть русскоязычные немцы и еврейская иммиграция. Возьмем только вот эти две категории. Так вот, все вместе эти люди составляют не более чем 3 миллиона человек. То есть 2 миллиона 470 тысяч русскоговорящих немцев. Примерно около 250 тысяч людей, приехавших по еврейской иммиграции. Видите, не так уж и много. Меньше чем 3 миллиона. Ну просто наш говор, наша речь встречается на улицах частенько. И кажется, ох, блин, этих русских тут полно, как многие украинцы говорят. ТДВ, ТДВ, Русня пришла, Русня пришла, а вы-то кто, елки-палки? Так вот, из этих, грубо говоря, округлим цифру до трех миллионов, не работают только дети и старики. Все же остальные работают кто на полную ставку, кто на полставки, кто работает на базисе. Это малооплачиваемая работа, и в неделю нужно отработать всего-навсего 20 часов. Практически все работают. В процентном отношении к украинским беженцам, которых в Германии на данный момент находится, вот по последним статистическим данным, миллион четыреста восемьдесят тысяч, Русские, русскоговорящие, будь то русские, немцы или евреи, работают все. В процентном отношении. Потому что из украинских беженцев, живущих в Германии, работают на данный момент только 200 тысяч человек. Идем далее. Я как-то вам уже говорил вот из этой, из этой всей вот толпы людей. Миллион четыреста восемьдесят тысяч. 200 тысяч человек работает, остается еще миллион двести. Из этого миллиона двести возьмем так грубо 300 тысяч стариков, которые уже по, скажем бы, выслуге лета, по возрасту не могут работать, да и не должны работать. Еще возьмем, скажем так, грубо говоря, 200 тысяч детей, которые ходят в школы, а все остальные то есть получается у нас где-то 500-600 тысяч человек, которые вот уже два с лишним года здесь живут, нигде не работают и работать не хотят. Я не знаю, как там вот эти вот э, экзамены сдавать на немецкий язык, там B1 или там B2 и тому подобное. Когда я учился, у нас было в Ярошуле, когда я там учился, у нас совершенно были другие Стандарты. Может быть, тоже у нас было b 1 или как-то еще не знаю. Но, увы, когда ты полгода или 9 месяцев, кстати, украинским беженцам дают 9 месяцев курсы немецкого языка не полгода, а 9 месяцев. Когда ты за 9 месяцев ежедневного изучения языка по 8 часов в день приходишь на экзамен и не Б, не М, то тут уже извини, встает вопрос о твоем интеллектуальном развитии, о твоей адекватности. Ну и вот мы сейчас переходим к последнему плавно так вот пункту. Многие, очень многие люди считают, что у нас на канале рассказывают вранье. Типа, то вы брешете, то такого никогда не было. И так далее и тому подобное. Я как-то читал одного классика, и он сказал, Человек, лишенный чувства юмора, потерян для общества. Так вот, когда люди не умеют отличать сатиру от юмора, юмор от иронии, а иронию от правды, то им у нас на канале Увы, ловить нечего. Когда я говорю о чем-то с иронией, это видно, это заметно. Когда я говорю правду, не переверая слов или привожу вам цифры статистики, кому-то это вдруг становится неприятно слышать, неприятно видеть. Кого-то вдруг цепляет то, что я, к примеру, иногда использую, ну, не крепкие словечки, а так себе, такие мягонькие, типа фигня и тому подобное. Кого-то это коробит. Возникают такие вот громар нации, которые готовы меня разорвать только за одно такое слово. Это просто вот у людей, мало то, что они напрочь лишены не только чувства юмора, но и самоиронии, чтобы понять, что человек с экрана, будь то телевизор или компьютер, иронизирует. Я вот для примера, в прошлом году у меня было на канале где-то одно видео, маленькое видео, я там показывал ежика. Живой ежик бежит там в траве, и я говорю, о, классный зверь, мощный зверь, ж и приписал в, на экране над этим южиком слово Ош с твердым знаком. И написал знатный зверюга. Нашлась одна женщина, которая, увидев это слово, получила сердечный приступ. Это я сделал такой вывод после того, когда прочел ее комментарий. Ее комментарий сводился к тому, что я безграмотный неуч, который не смог в слове из двух букв не, не совершить ни одной ошибки. Это же надо быть таким, не помню, как она меня назвала, э, типа безграмотным и тому подобное, чтобы в слове из двух букв написать четыре ошибки. Да, там, в общем... Комментарий был э, жутко э, громкий, крикливый, кичливый. И я так понял, что вот женщину эту зацепило то, что я написал не ЙОЖ, а ЙОЖ. Ну я же решил немножечко внести нотку юмора в то видео, а она этого не поняла. Вот вам еще одна потерянная единица социального общества, которая где-то ходит между вами на базарах или в магазин, заходит и вместо того, чтобы совершить свою покупку, начинает цепляться к окружающим. Ты не так одет, ты не так смотришь, ты не то взял, а ты вообще стоишь тут, пиво покупаешь, алкашня, а ее даже не интересует эту женщину, почему человек покупает пиво. Например, вот я зашел в магазин. Кстати, да, вот это вот так вот переходим плавненько с одного к другому. Я зашел в магазин, купил э, шестерку пива, упаковку картонную, темное пиво, хорошее пиво. Чтобы поставить это пиво своим сотрудникам на работе после рабочего дня за то, что они мне в один день помогли. У нас был на работе завал, и они всей толпой кинулись помогать, потому что я-то могу справиться, но потом я буду как собака с высунутым языком на плече. Поэтому они мне помогли, и я в знак благодарности вот пачку этого пива поставил своим сотрудникам на работе после рабочего дня. Так вот такая вот женщина, которая увидит, что, допустим, кто-то покупает пиво, посмотрит на человека и скажет, какая же ты, о, кошня, фу, Вместо того, чтобы потратить деньги на бедных детей, живущих в детском доме, этот покупает пиво и заливает его себе в глотку. Прежде чем делать такие скоропалительные выводы, вы лучше разберитесь в ситуации, сопоставьте все за и против, а потом уже делайте ваши выводы. Вот вам последний пример и на этом мы на сегодня закончим. На одной из станций Нью-Йоркского метро стоял молодой человек. Честно сказать, я уже не помню, я не, я не особый фанат классической музыки, поэтому я не могу сказать вам имя этого человека. Но суть сводится к следующему: он стоял и примерно около двух часов играл на скрипке в переходе метро. Люди проходили, кто-то кидал ему пару центов, кто-то кидал доллар. Кто-то просто проходил, усмехался, мол, типа, играет, фальшивит. Кто-то останавливался, слушал. Некоторые говорят, да лучше бы ты занялся нормальной работой, чем на скрипке тут фигачил. Потом, через два часа, он ушел, этот парень, собрав, естественно, вот эти вот денежки. И вечером этого же дня в Карнеги-Холл был концерт классической музыки. И этот концерт был посвящен какому-то там композитору. В общем, этот парень, скрипач с мировым именем, в Карнеги Холл давал двухчасовой концерт игры на скрипке. Естественно, собрались люди, собрались зрители, все рукоплескали, потому что он играл классику, этот человек с мировым именем. И когда закончился концерт, вот он рассказал им эту историю о том, как он в этот же день, э, за несколько часов до начала концерта, стоял на одной станций метро и играл на скрипке. Многие люди были шокированы в зале, многие пустили слезу. Это говорит о чем? Это говорит о том, что человека судят до сих пор по одежке. Если, к примеру, он стоит на станции метро и играет на скрипке, значит он бомжара, лузер, неудачник, которого ничего не получилось в жизни. Но этот же человек дает концерт, приходит в высшее общество, приходят снобы послушать классическую музыку, платят сумасшедшие деньги за билет, рукоплещут этому человеку. А когда он в конце концерта вот это вот рассказывает, они все находятся в шоке. Что? Да не может такого быть. Эд. Потому что многие из них, кто пришел на концерт, могли проходить по этой станции метро и видеть этого человека, который играл на скрипке. Это я говорю к тому, что никогда не судите человека по внешнему виду. Как в анекдоте. Пошлый такой анекдот, но я его вам расскажу, а дальше, сами поймете, я там пару моментов просто умолчу. Несколько парней пришли в дорожное кафе заказать себе обед. И официантка раз, там, разносит все эти подносы с едой. И вот эм, один из этих парней, увидев эту официантку, она немножко полноватая, так себе прическа. Уже расхристанная, но ну, все-таки женщина носится сама весь день среди этих столиков. И он так смотрит на нее и своим ребятам говорит: да, вряд ли у нее есть партнер, вы посмотрите на нее, какая она. И вот, когда она подходит к их столику с, э, с заказом, он сразу ей говорит: А у вас, наверное, зато душа красивая. Мгновенно женщина нашлась, что ему ответить. А у тебя, наверное, короткий, что язык такой длинный. Это вам к тому, что никогда не судите человека по внешнему виду. Чтобы узнать человека, пообщайтесь с ним. Это как говорила Фаина Раневская. Ой, я так много слышала о вас гадостей, что решила познакомиться с вами лично. На этой веселой иронической нотке мы заканчиваем сегодняшнее видео не болейте, не забудьте о подписке, поделиться видео с друзьями, нажать на колокольчик, оставить свой комментарий. Ну и, конечно же, всем удачи. Пока.